Украшения из натуральных камней и ценных сплавов сделают особенной каждую посетительницу ярмарки. Лечебные свойства оникса придадут здоровье телу и душе. И, конечно, косметика на основе натуральных компонентов – то, ради чего многие челнинцы идут на выставку. Выставка очень хорошая. Я всегда с нетерпением жду. Прихожу и всегда что-то покупаю. Сегодня я купила для глазок 3 упаковки и хочу купить еще вот типа звездочки. На большом прилавке обилие индийского чая, всеми любимый еще с давних времен, крупнолистовой, цейлонский, черный и зеленый. Всего более 150 вкусовых оттенков. Порадует горожан и высшие сорта натурального кофе. Очень разнообразные чая сорта. Это чисто привезли из Индии. И можно для вашего города, то очень как из Индии подарки будем. Хорошим подарком может стать постельное белье из сатина и хлопка в красивой упаковке, сумки и кошельки из натуральной кожи, льняные платья и рубашки, шелковые платки, палантины, покрывала. Выбор сделать совсем непросто. Себя хочу побаловать. Может, конфетами, может, чаем, может, браслетиком. Восточное лакомство для сладкоежек, пропаренный рис для любителей плова и, конечно, специи для гурманов. Здесь их более 30 видов, как в упаковке, так и на развес. Товары, которые невозможно найти в обычных супермаркетах, и все, чем славится Индия вот уже много веков, в одном месте в выставочном центре «Экспо Кама». Посетить ярмарку и побаловать себя можно до 23 сентября включительно.